Добрый день! Сегодня я буду готовить при помощи теста филе или теста ювка творожные трубочки. Трубочки, начиненные творогом. Беру два сорта творога, один желток. Добавляю сахарную пудру. Почему сахарную пудру, а не сахар? Сахарная пудра не так разжижает творог. Тесто у нас очень сухое, и поэтому мне надо побольше масла. Я отправила на противень. Сворачиваю трубочки с нашим творогом. И отправляю в наш противень. Делаю заливку для наших трубочек. У меня здесь один белок, одно яйцо, 50 грамм сливок. Все это хорошо тщательно перемешиваю и обильно покрываю каждую трубочку. Трубочки покрою коричневым сахаром. Мне очень хочется, чтобы получилась такая карамельная корочка на наших трубочках. Ну и, конечно, куда без моей помощницы, без Марии. Творожные трубочки я отправляю в духовку на 20 минут 180 градусов. Трубочки получились с карамельной корочкой. Хрустящие, ароматные. В разрезе они выглядят вот таким образом. Лучше, конечно, кушать без ножа и вилки. Я попробовала. Ой, как вкусно! Трубочки получились очень вкусные, ароматные, хрустящие. Результатом я довольна, а вам желаю всего доброго!